Станок форматный, итальянский, Техномакс. Это СМовское предприятие. Техномакс S315VS. Пила, соответственно, 315. Высоту выдает 101 миллиметр. В отличном состоянии. 2,6 метра каретка. Чистенький, не шибко много работавший. Не знаю, как там внутренности видны. В общем, все хорошо. Наклон, подъем опускания. Вот компас, который показывает угол наклона. Регулировка подрезки, все работает, все проверено. Так, включаем. То, что мы, да, сперва включаем рубильник. Основная пила. О, это мы услышали, как включается, переключается со звезды на треугольник. Теперь можем включать подрезочку. Все, прекрасный звук. Легкий ход каретки. Все. 2010 год.